Действительно, боевая ничья. Две команды показали, я думаю, игру достойную двух команд, которые занимают такое лидирующее положение на данный момент, третье-четвертое место. Обидно было пропустить гол такой нелепый на ровном месте. Вот. Ребятам большое спасибо, что собрались после неудачной игры в Армении. Показали характер, то есть претензий по самоотдаче, по всему остальному нету. Вопросы? Есть информация, что у экс-тренера Тобола Владимира Никитенко была негласная договоренность с руководством команды о том, что если он не проходит игру, он уходит. Можете это как-то подтвердить или опровергнуть? Ну, я в руководство туда не вхожу, поэтому нам, тренерскому штабу, если даже, может быть, он и такая договоренность была, он нам не докладывал, насколько я знаю. Просто, что мы обязаны были проходить Армению. Этот нелепый гол тоже на 93-й минуте. Но Андреевич такой человек, я просто знаю, что он переживает за результат. И, видно, он понял, что на данный момент, как сказать, вина его присутствует. Поэтому, может, где-то поспешное решение, может быть, принял. Может быть, еще что-то, может быть, подумал, что команде нужен стресс. А то, что вы говорите, я честно не знаю. Еще вопрос. Максим Федин в каком состоянии? Ну, заднюю поверхность бедра дернул. Толчок был, он, нога поехала на резинке. И задняя мышца. Где тянул? Ну, завтра будет делать МРТ, посмотрим. Но пока не ходит, лед держит. Девушка. А как состояние аварии? Он сегодня был в заявке, ему сделали маску. Ну, просто мы его поберегли, потому что знали, что такая игра будет верховая. И сколько прошло? 12, 14 дней, где-то 15. Поэтому поберегли, если честно. На 11 число, дай бог, будет готов. Спасибо.